все болезни от нервов. И это не пустые слова. Ведь на кровообращение, работу головного мозга, сердца, сосудов влияние оказывает не только стресс, но и даже элементарное напряжение. А это значит, что всевозможные массажи, профессиональные комплексы для релаксации и восстановления сил – это не просто процедуры для удовольствия, а самая настоящая профилактика целого ряда заболеваний. Объект наших действий – это стресс. Конечно же, он имеет физиологические проявления, повышенный тонус, нарушение пищеварения, нарушение сна, могут быть результатом кожные проявления, результатом хронического стресса. Вот все эти задачи позволяют решать процедуры. Во время процедуры попадает несколько мышц, которые мы можем назвать стрессозависимыми. Это такие мышцы, как жевательная мышца. Все мы в состоянии стресса держим челюсти сжатыми, поддерживаем повышенный тонус жевательной мышцы. Очень многие в состоянии стресса склонны поднимать плечи и втягивать голову. Таким образом мы прячемся. После расслабления я перегружаюсь. Ведь, знаете, вот эта вот быстрота во всем, в обработке, в получении ежедневной информации. Поэтому нужно найти место, где можно перегрузиться. Поэтому мне здесь именно все нравится. Хожу 2-3 раза в неделю, чаще, чем в тренажерку, но я вижу результат. Вторая часть программы «Стресс-менеджмент» проходит с участием косметолога-эстетиста. Процедуру выполняют 2 специалиста. Вначале работаю я, работаю, в данном случае больше как невролог, выполняю массаж шейно-воротниковой зоны и волосистой части головы. После этого приходит косметолог и заканчивает процедуру массажем лицевой части черепа. Улучшение микроциркуляции кожи головы. Это улучшение роста волос. Это расслабление, антистрессовая процедура. А если еще мы мужчине в отсутствие времени предложим массаж лица, завершающая такая точка на то, что мы со всей головой и шейно-воротниковой областью поработали. Такие антистресс-мероприятия рекомендуют проходить систематически, но даже разовое посещение этих специалистов оказывает на организм благотворное влияние. Эффект от процедуры будет ярко выраженным, расслабляющим. На второй, на третьей процедуре пациенты просто засыпают. Массаж – это курсовой метод лечения, то есть надо прийти несколько раз. Вот в данном случае значение будет иметь даже одна процедура. Стрессы и напряжение – сегодня это объективная реальность, и эту ситуацию невозможно изменить. Но в наших силах научиться правильно восстанавливаться, для того, чтобы жить долго, а также оставаться здоровыми и счастливыми.